Ребята, всем привет. Вот и подал я апелляцию. Дело было так. Доехал я до консульства. Вход получается там, где металлическая дверь. Там рядышком с таким стендом пластиковым, где висят объявления. В общем, вы увидите. На этой двери, которая в решетку, там написано «Польский культурный центр» красными буквами. Вы туда заходите, дверь открыта. Дальше через 2 метра будет другая дверь. Там звонок, туда звоните. Кстати, я еще пришел на час раньше почти. Так что меня пропустили вообще без проблем. Так что если у вас запись к какому-то времени конкретному, вам сказали, то можно попробовать зайти пораньше. Звоню, открывает мужчина, спрашивает фамилию. Он меня пропускает внутрь. Там технику оставляете. Ну, скорее всего, это будет мобильный телефон. Вы оставляете в ящичке маленьком. Сумку можете оставить в большом ящике, либо прогнать ее через, ну, такую ленту, как в аэропортах, когда просвечивают, что у тебя внутри в сумке. В общем, мне просветили сумку, я взял ее с собой. Я спросил, будет ли рассматривать апелляцию тот же консул, который отказ написал, либо это будет другой человек. Мне сказали, что будет другой человек, а дальше мне показали, куда пройти. Все, заходите в другое здание, там просто обычная касса, сидит девушка. Подходите к ней, говорите, что подаете на апелляцию, даете все документы и платите 80 евро наличными. Я узнал, что сдачу они выдают без проблем, так что если у вас будет сумма, там, например, одной купюры 100 евро, вам без проблем выдадут сдачу. Да и в принципе все. Обратно уже заходите в это маленькое здание, там, где вы оставили сумку и мобильный телефон. Ну, все, забираете и уходите. В принципе, ничего сложного. Сказали по ожиданию. Это 2 недели, получается 29 числа. Мне нужно будет подъехать. Там в кассе выдают чек, на котором написано, когда и в какое время нужно подъехать, чтобы забрать свой паспорт. Про курьера я не узнавал, скорее всего, такой услуги вообще там нет, и придется забирать уже реально лично самому. В кассе передо мной была девушка, тоже подавалась на апелляцию. Она готова была даже приложить билет на самолет, которые у нее были, насколько я понял, в первой поездке, потому что в Польшу она уже ездила. В общем, до такого доходит, что она прям готова была приложить все документы, чтобы ей одобрили апелляцию. Надеюсь, что все будет нормально, и она получит свою заветную визу. На этом пока все. Всем удачи и увидимся.